2 ноября 2012 года я и оставил машину в Эльдограде, прошли мы во двор советской, встретили эту девушку, предложив ей попить пиво, поехать с нами, она согласилась, и мы последовали к автомобилю, стоящего, выехав из города, мы последовали лесной массив, где произошло убийство. Обвиняемый, поясните, куда мы прибыли? Прибыли в лесной массив вблизи села Скачиха Шелтийского района. Куда еще раз можно повторить? На место преступления. После разговора у нас произошла ссора и возлобленности. Так. Я обошел ее. Она стояла так на месте? Да. Угу. А куда она смотрела? Вот тут. Она стояла, угу. Смотрела. Когда вы обошли ее, она не поворачивалась? Нет. Я ее взял правой рукой, сейчас, подбородок, угу. Левый затылок. Угу. Свернули шею. Какое положение она упала? Упала вот так. Вот так. Возле нее, на колени. Спасительную шею вот так. Вот так, не выбросили.